Творчество для всех. Фестиваль «Белый парус» прошел в Бендерах. Для его участников нет ограничений ни по возрасту, ни по здоровью. Дети с инвалидностью вышивают бисером, читают стихи, поют и танцуют. Ими движет неограниченная жажда жить и большая сила духа. Таня Драган – постоянная участница конкурса «Белый парус». Любит читать, выступать на сцене. 2 года назад научилась новому для себя делу. Ее работа не просто вышивка бисером, икона Николая Чудотворца. Татьяна надеется и верит в лучшее. Это работа икона Николая Чудотворца. Я очень давно хотела ее вышить. Я ее вышивала полгода. На это ушло полгода. Ну, это была моя мечта, и я ее исполнила. Он очень сильный святой. Он помогает всем людям. Возраст участников не ограничен. На конкурс подано более 3 десятков работ. На выставке всевозможные поделки из разных материалов, а рядом на сцене танцуют и поют. Дети получили возможность проявить свои артистические способности, ведь каждый из них талантлив по-своему. Когда у меня случилось, что я потерял зрение, я хотел спрятаться от этого мира, уйти куда-то и не показываться. А потом я говорю: нет, так неправильно. Я же не живу в пустыне или в лесу, я живу среди людей. Им это важно выезжать. Почему? Потому что они показывают свои таланты. Они хотят быть востребованы. Они хотят, чтобы люди знали тоже, что они тоже что-то умеют делать, тоже показать свое «я», как они могут это. Они вкладывают всю душу, все эмоции. У нас прозвучит песня для всех зрителей «Аравашковое поле». Этот номер мы еще давно знаем. Я уже не первый раз в этом участии участвую. Ребята, несмотря на трудности, принимают участие в городских и республиканских мероприятиях. Здесь говорят, что нет ограниченных возможностей, а есть безграничная жажда жить. Фестиваль «Белый парус» – это возможность встретиться со своими добрыми старыми друзьями или познакомиться с новыми. Ну и в первую очередь это, конечно, показать всему миру, что все-таки мир равных возможностей существует. И благодаря таким конкурсам они могут доказывать, что они полноценны, они участвуют в жизни общества. Эти конкурсы важны, потому что они проявляют свою социальную значимость, чтобы они были замеченными. Вот. Потому что, наверное, творчество объединяет людей вне зависимости от их социального статуса либо положения. В этом конкурсе, по словам жюри, нет проигравших. Цель его еще раз привлечь внимание общества к людям с ограниченными возможностями. Все ребята были отмечены дипломами от главы госадминистрации Бендер. Елена Росланова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.